Привет, а я еду на Амстердам Fashion Week, неделю моды в Амстердаме. Сейчас я еще в Гааге, но вот скоро буду в Амстере тоже. И вот немножечко из моего аутфита. Я тут еще рисовала потихонечку планы свои. Доброй ночи всем. У меня сейчас 2 часа ночи, и я буду вместе с вами распаковывать сумочку с подарками с Amsterdam Fashion Week. Вот такая вот тяжеленькая сумочка. Давайте посмотрим, что же там есть внутри интересненького и, может быть, вкусненького. Итак, первое, что мне попалось, это коробочка. И в коробочке лежит... Опа! В общем, это такая жевательная резинка без сахара, с цинком и с чем-то еще. Так что освежаем дыхание и одновременно витаминчики получаем. Дальше у нас 25% скидки в магазин We Studio. Посмотрим, что они делают. Опа. Надо будет проверить этот магазинчик. Карточка, реклама кофе. Реклама кофе, Батчи Кафе. Потом шоколадочки. Шоколадочки от Johnny Doodle. Я, честно, никогда не слышала. Очень интересно будет попробовать. Давайте попробуем. 2 часа ночи, все можно. Но мне широкие штаны, никто не увидит лишний жирок. Кстати, если вам интересно, что же на мне было надето на Fashion Week, советую заглянуть в мой Instagram. Там есть как раз все аутфиты с деталями, все сняты. Такие вот кубики. Это ириски. Ириски, мягкие ириски. Не липнут к зубам. Вот такая фирма. Никогда не могу без улыбки прочитать ее название. Вазелин. Вазелин — это сыворотка. Гигантская. У меня ощущение, что вообще каждая марка хочет сделать сыворотку. И все что-то накручивает. Везде я получаю сыворотки. Подарок, все эти пробнички. Ну, блин, я не хочу столько сывороток мазать на себя. Тут на первом месте стоит в составе вода, на втором месте глицерин, который не выпускает воду. То есть, ну, как бы... То, что на втором месте глицерин, это, конечно, уже не очень. То, что размер большой, значит, что это для всего тела, не только для лица, я думаю. Сумочка в сумочке. Это будет для моей племянницы явно. Мне с такой никуда не пойти. Что за сумочка? Это Fashion Shopper. Модная сумка для покупок. Окей. Delete. А, это, в общем, ваксинг. Волосики будем удалять. Волосики. Здесь внутри есть прайс-лист. И также есть какой-то чек. Подарочный сертификат есть здесь. О, еще один подарочный сертификат. Это Wellness Amsterdam. В сауну сходить. Потом такая книжечка. Это у нас будет ежедневник, да. Ежедневник. Я уже купила один, еще один добавился. Но этот, правда, очень красивый, мне нравится, такой миленький. Открыточка. Это реклама у тех рисок, которые я уже попробовала. Бутылочка. Это лимонад. Лимонадик. Лимонадик за 5 риски, да. Они такие сладенькие. Ручки. Ретро-ручки. Очень красивые, кстати. Кикерланд. Лягушачья страна. Страна лягушек. Кикерланд.
По-моему, это идет сюда. Или нет? Лимонад с такой штукой. Загадка. Я подумаю над этим. Такой льняной мешочек. Достаем. И 20% скидка на украшение от Lana Sheridan. И вот такой красивый браслетик. Вот так. Красиво. Запускаем ручку. И достаем свечку. Красивенькая. Открывайся. Пахнет немножко черничкой, цвет такой, как будто черничка заправлена. Такой нечисто белый, чуть-чуть фиолетовый, сероватый. Но сделан очень красиво, только посмотрите, с пипочкой. Потянем, вытянуть можем. Соль для ванны розовенькая. Что за марка? Тут еще скидка, опять 25 евро на что-то скидка. Azenda.com называется. Дальше. Шампунь для волос, для окрашенных и для нормальных. У меня волосы не крашеные и ненормальные, явно они жирные. Ненормальные волосы. Но я все равно это попробую, тут еще такой формат удобный. Можно брать с собой в путешествие. О, такой карманный дезодорант Black and White от Nivea. Как раз хотела себе купить такой дезодорант. И мне кажется, что он алюминием содержит. Да, алюминием он содержит. Интересно мне, насколько все-таки алюминием опасен, потому что я какой-то конкретной информации особо пока не нашла, кроме как всеобщей паники. Тучечка для волос, для объема. Спрей для объема. Интересно. И все. Да, все упало. Закончился этот долгий день, в 2 часа ночи. В общем, да. Было прикольно на самом деле. Надеюсь, что я в следующем году тоже попаду опять на Fashion Week. И следующий влог скоро будет тоже из Парижа. Но только единственное, что в Париже я не смогу попасть на Fashion Week, хотя я буду в это время там. Но вдруг мне повезет. Большое, ребята, за просмотр. Хорошего вам дня, утра или вечера. Всех целую. Пока-пока.